Доброго времени суток, дорогие друзья, с вами компания «Быть боссом». С вами Игорь Сергеевич вещает, у камеры Сергей Андреевич, брат. Итак, расскажу вам про квартирку, в которой сейчас нахожусь. Данная квартира находится на ЖК «Фамилия» в Краснодаре. Квартира 47 квадратных метров. Мы ее выполняли с нуля, то есть была предчистовая отделка, стиль лофт. То есть клиенты нам полностью доверились, и мы сделали им лофт. Тут у нас начинается все с декоративной штукатурочки. Электрику мы полностью заменили. Потолок мы оставили бетонный, какой есть. Электрику провели в трубах и просто покрасили потолок вместе с трубами. Щиток. У нас все распределено по разным группам. То есть вот балкон, ванная, кухня, прихожая. Все отдельно по группам. И фирменный наш логотип. Дальше. Клинкерный кирпичик идет. Все это укладывалось, размечалось идеально, ювелирно. Прежде чем ложить клинкер, делается разметка и оставляется место строго под плинтус. И после него идет уже клинкер. Также пол. Тут стены штукатурились полностью, все по 90 градусов. Пол здесь делался наливной, то есть идеально делаем стены, идеальный пол, идеальный потолок. Покрытие у нас в прихожей, с коридора начинается ламинат и идет, получается, в комнату и в кухню. Здесь был вот такой вот паршивый аппендикс, типа дверь тут нужна, но мы ее снесли и объединили кухню с коридором. Что мы получили? Больше света, больше пространства. И вот такую вот кухню сделал наш партнер Кирилл. Посмотрите, у него собственная цех, и он делает с душой, он делает качественно, он делает всегда в сроки, и он не пропадает, как многие другие мебельщики. Поэтому мы работаем с ним очень давно, для себя тоже у него заказывали. Пацан делает очень хорошие кухни, можно у него заказывать. Также балкон. Здесь носить ничего не стали. Плинтуса у нас идут МДФ по всей квартире. Переходы у нас с плитки, ладно, балкон оставим на том, покажу вам план. Переходы у нас с плитки на асфальтарную на плитку идет в шерстяных носках, можно залетать. Как это делается, расскажу вкратце. Изначально, чтобы сделать вот эти вот стыки, нужно знать толщину плитки и толщину напольного покрытия ламината. То есть мы знаем две толщины. Делается наливной пол так, чтобы потом это все сошлось. И ламинат, если вам говорят, это сделать невозможно, просто край его приклеивается. И потом это термостойким герметиком делается, этот шов, и стык получается идеальный. Так что берите на заметку, если кто-то делает ремонт сами. Так, мы, короче, залетаем сюда, теплый пол. У нас тут теплый пол в одной рамке с выключателем, смотрится это красиво. Так что имейте в виду, сразу делайте в одной рамке, это круто. Теплый пол греет, сейчас его нагрели, продемонстрировали, тут уже прошел клининг. Полотенцесушитель здесь со скрытым подключением, никаких проводов не видно, регулируем температуру. Ванна. Ванна. Как сделать вот этот стык, чтобы он был идеальный, чтобы не было там вот этого шва, куда попадает вода и потом это желтее. При укладке плитки, до укладки плитки, стены, когда уже оштукатурены, устанавливается ванна вплотную к стене, и потом уже укладывается плитка. Это позволяет сделать вот этот шов минимальный. Также углы все 90 градусов, душевая, инсталляция. Унитазы мы никакие не делаем никогда. Инсталляция стоит, обслуживается она через кнопку, то есть ничего разбивать не придется. Угол 45-й запил у нас всегда везде. Скрытый лючок. Скрытый лючок S-класса. Шов открылся. Аккуратненько открыли его и смотрим. Быть боссом. Видите, да? Красота. Фильтра грубой очистки тут нет. Клиенты почему-то не захотели. Далее. Вытяжка с обратным клапаном, чтобы никакая тварь в квартиру не поступала. То есть только все выходило из квартиры. Включаем на отдельной клавише. Она работает. Выключаем. Слышите? Пищи. Вырубаем все. Вырубаем свет, только пол работает. Далее. Заходим в комнату. Дверь, кстати, от нашего партнера Андрея. Ламинат тоже от нашего партнера. Клинкер тоже от нашего партнера. Декоративка тоже от партнеров. В общем, по материалу вам не придется заморачиваться вообще. Мы все сделаем за вас. И с нами вы даже можете делать дистанционно, находясь в другом городе, это еще и лучше, когда вы далеко, создается группа Telegram, и все согласования по видео, по фото, голосовыми, никаких звонков, то есть это максимально удобно.
Все делается дистанционно. Каждый отчет, вы видите видеоотчеты о проделанной работе. Залили стяжку, сняли. Заштукатурили стены, сняли. То есть вы дистанционно отслеживаете процесс своего ремонта. Такой ремонт сейчас у нас стоит 14 тысяч рублей квадратный метр. Лофт-стиль. Потолок экологичный. Освещение прикольное. Электрика ювелирная. Стены все идеальные. На тот момент, когда к нам клиенты обратились, мы всех клиентов очень сильно любим. Они купили у нас этот ремонт по 10 тысяч за квадрат. То есть очень выгодно они приобрели в тот момент такой шедевр. Сплит-системы тоже от наших партнеров. Трассы под сплиты закладываем, все загнут. Рекомендуем, конечно, сносить вот эти вот оконные блоки. Тут делать столешницу из акрилового камня, светильнички, чтобы свисали на ней, это очень круто. И тогда у нас пол позволяет сделать в один уровень, чтобы вот так вот залетать туда со всей скоростью наших стенных носков. Но сейчас, к сожалению, не залетим. Клинкер вы оценили, да, как он подсвечивается. Сверху у нас освещение тоже от наших партнеров и светит на клинкер. Прикольно. Так, здесь на балконе. Плиточка у нас лежит. Тоже теплый пол. Тут почему-то не в одной рамке с выключателями. Почему-то наш Александр не нашел, видимо, или не захотел найти. Ну, как-то так получилось. Я бы вот это вот переделал. Либо эта рамка дорого стоила, уже всей сути не помню этого вопроса. Клинкер у нас тоже на этой части стены. По бокам декоративная штукатурка. Ночью вот эти бра прикольно светят по клинкеру, отдают такой облеск треугольный, прикольный, сверху и снизу. Очень крутая тема. Тут везде по балкону у нас, повторюсь, теплый пол, подоконники заменили, но я бы советовал, конечно, подоконники делать из акрилового камня. Это дороже, но смотрится гораздо круче. И солнце, когда будет светить, ну, акрил не выделяет никакой твари, а пластик все равно лучше не стоит. Так, что еще я вам не сказал? Квартира, повторюсь, 47 квадратных метров. Внимание, в каких майках мы находимся? Это наш мерч, Бипост бренд. Будет еще много разной одежды. Это майки в память о великих людях. То есть это наши учителя, которых давно уже нету, а может будут еще появляться и те, которые есть в живых, тоже их будем делать. То есть майки ограниченное количество, вы можете заказать у нас Бибос бренд, обязательно подпишитесь и смотрите о появлении новой коллекции. Всех вас любим, стараемся. Мы намерены стать номер один в мире по качеству в строительстве и ремонте, поэтому с каждым объектом мы проводим работы над ошибками и делаем все лучше и лучше, внедряем что-то новое, всегда обучаемся чему-то новому и постоянно улучшаем себя. Если вы хотите обратиться к нам, чтобы мы вам сделали дизайн, проект, ремонт, архитектуру, строительство дома в каком-то крутом, в каком-то красивом месте, где горы, моря, океаны, обращайтесь к нам заранее, заблаговременно. У нас огромная запись. Всех мы взять не можем. Мы не делаем, не штампуем большое количество. Мы выбираем, с кем работать, и берем ограниченное количество. Выбираем людей, с которыми нам работать по душе, и творим шедевры. Шедевры творим в ограниченном количестве. Не можем мы много их творить. Поэтому строго по записи, строго заблаговременно, и цена будет расти. В описании вы найдете ссылку, где можете оставить заявку, и с вами свяжется наш менеджер и назначит вам встречу, и обо всем с вами договоримся. Всех вас любим, спасибо за просмотр, спасибо за комментарии, это для нас очень важно, каждый ваш комментарий для нас очень важен. Отправляйте друзьям, желаю вам добра, счастья, здоровья, правильных мыслей в голове и финансового благополучия, чтобы вы, ваши близкие, родные, все были в достатке, все были счастливы, полны энергии, позитива и любви. Всех обняли, подняли, не заплакали. Disappear, can't hear about nothing while I pretend.
wanted something, you must have to stand the while I take every good advice, and you will shut up all the miles you have accrued. Situations where I don't really like it when you scream. Well, take my hand and you can learn, and I can learn something. You don't have to say it's in the air. You don't have to lay. Something while I pretend. Situations good and situations bad when we reach the end. For that something you must have to stand a while, take every breath. Good advice and you will shut up all the miles you have accrued. Situations where I don't really like it when you scream. Well, take my hand and you can learn, and I can learn something. There's no standing still. You don't have to say.